выигрываете скейт за 17 тысяч. Если хотите. Все, давай заново. Чуваки, всем привет. Меня зовут Саня. Сегодня мы для вас соберем самый оптимальный набор скейта, который мы бы собрали себе, а также самый доступный по доступной цене на 2021 год, который может позволить себе любой. Пару лет назад у нас на канале было видео, где мы собирали вам скейт за 6000 рублей. А с нынешними ценами такое, к сожалению, больше невозможно, практически нереально. Но у нас есть вот такая вот гоночная тачка для вас. На доске клише, колеса также клише, на подвесках тенсор. Стоит она 6200 тысяч рублей. Смотрите, если собрать все то же самое, только по отдельности, подвески у нас выходят за штуку 980, то есть в комплекте они будут стоить 1960. Шкурка 360 рублей, самая бюджетная. Bullet плюс 360. Потом возьмем самые недорогие болтики от Independent, вообще в принципе, которые самые недорогие. Они стоят 180 рублей. И колеса Blind возьмем 51. Они у нас стоят 2200 рублей. Клише колес у нас в магазине не было, но все колеса этого уровня, они будут стоить там плюс-минус 100 рублей. Вот плюсуем 2200. И вставляем сюда подшипники. Поштучно у нас продаются. Undale. Они стоят 120 рублей. Вот такие вот у нас диски на колеса для нашей тачки. 8 поштучных подшипников будут стоить у нас 960 рублей. И самое главное в нашем наборе – это наша сама тачка, наша повозка. Стоит она 3500. Доска клише. В общем, все вместе, если мы это собираем, у нас выходит цена за 9 тысяч уже. Это не те 6200, которые идут уже в сборе с доской. На сайте Сквота эти комплекты есть в разных размерах, разных цветах, с разными рисунками. Так что можете заходить, выбирать, смотреть и заказывать. Короче, официально этим летом комплекты на базе клише самые доступные. А теперь самое вкусное, самое сладкое. Мы собираем для вас самый оптимальный вариант на сегодняшний день, по мнению наших райдеров, по общему мнению покупателей наших. Начнем с колес. Сегодня мы выбрали колеса OJ Wheels, промодель Эрика Винковски, также известного как 8-Ball. Это, как многие знают, это чувак, который стоит на руках, катается на руках, супер боулинный чел. Сука. Вот, колеса, собственно, вернемся к ним. Формула Elite. Это, как заявляет производитель, одна из самых крутых, даже по их мнению, это самая крутая формула. Вы спросите, почему колеса OJ стоят 4000, а колеса Blind стоят 2000? Потому что такие колеса, как Blind, это базовые колеса. Их производят много брендов, которые делают доски. Они ставят их просто на свои комплекты, вот типа вот этого. А OJ занимается производством только колес, они внедряют свои технологии, все различные формы, размеры, жесткости колес, они с этим экспериментируют. И если вы попробуете покататься на этих колесах и на этих, то разницу вы почувствуете огромную. Теперь у нас... Что по подшипникам? Мы выбираем подшипники Bronson G3, промодель Аарона Джавса Хамоки. Джавс – это лютый чувак, который прыгает с огромных ступеней на, между прочим, вот этих вот подшипниках G3, что в очередной раз доказывает их неубиваемость. Эти подшипники стоят 2670 рублей. Они крутые тем, что в них используются крутые технологии. Постараюсь объяснить вам доступным языком, чем же все-таки эти подшипники лучше, чем какие-либо другие. Шарики, которые находятся внутри подшипника, они углублены ближе к центру, что дает больше прочности подшипникам. Во-вторых, пазы, по которым ходят шарики, снабжены микрорельсами, которые гарантируют вам хорошую смазку, скорость и отличное вращение. В-третьих, компания Bronson использует свою собственную наносмазку, которая улучшает вращение подшипника, защищает их от коррозии и от грязи. А также эти подшипники оборудованы крутыми пыльниками,
которые легко снимаются, позволяют пробраться внутрь подшипника, почистить его, также не дают вытечь маслу наружу и не позволяют грязи попасть внутрь. Внутри подшипника есть специальная клетка, которая держит шарики, которая не дает подшипнику разрушаться и позволяет маслу циркулировать внутри подшипника. Дальше мы берем винтики ПИК. ПИК — крутой бренд, который занимается производством таких мелочей, как вот винтики, подшипники. Мы выбрали вот такие вот, потому что они красивые. Стоят они 740 рублей. Переходим к подвескам. Подвески мы выбрали Ace Trax 33. Модель называется AF1. Чем они отличаются от старых подвесок, от старых Ace'ов? У них новая кованая база, новый сплав, новые бушинги, они стали более поворотливые, новый пивот кап. И плюс, небольшой бонус, это... гайки, в которых есть ритборез. Смотри, иди сюда. Какой-то ритборез, ты что, гонишь на все гайки пластмассовые штучки? И переверни, специально. Вот, с той стороны смотри. Может, конечно, не гайки все ритборезные? Да, гайки все с ритборезом. Фильм, просто дополнительно. Походу, да, у них реально гайки. Ну, типа, просто гайки, а это дополнительный ритборез. Да, вижу, у них это реально. Красава, лучшие, это реально. Стоят они за штуку 2800, то есть комплект из двух подвесок будет стоить 5600 рублей. Также мы взяли Rail OJ в количестве одной штуки. Он нам позволяет сохранить дольше рисунок на доске. В зависимости от правильной его обстановки улучшается ваш Fibble или Smith. Дальше мы выбрали шкурку Mob Grip в коллабе с нашим магазином Squad. Чем шкурка крутая? Она перфорированная, то есть когда мы ее клеим, все пузыри, они выходят через отверстия, которые находятся в шкурке. Наконец-то мы переходим к доске. Доска у нас Squad. Сейчас все убираем. Вот, доска у нас Squad. Размером 8,3 дюйма. Стоит она 3450 рублей. Производится она в Испании. У нее супер крутой щелчок. Не подумайте, это ни в коем случае, отвечаю, не реклама. Все наши райдеры протестировали эту доску, все ей довольны. Флипует, щелкает, скользит, не ломается, не чипуется. Есть все размеры, которые вам нужны, все цвета. Приходите, выбирайте, смотрите в интернет-магазине, заказывайте. Все, а теперь самое долгожданное. Мы разыгрываем этот скейтборд. Условия конкурса: подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и сделать минимум 5000 просмотров. Этот комплект мы разыграем среди вас стоимостью 17760. Все, пацаны, подходим к концу. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Будьте здоровы, катайтесь на скейтборде. Не болейте. Выигрывайте скейт за 17 тысяч. Если хотите. И... Да? Ну я вот понял. Бля, вот это! Я набрал! Запомнился, это твой! Вот это!